Всем привет! С вами Ася, я это влог. Ну и короче, да, это Вика, вот Алина и там Данька. Надеюсь, нормально видно. Короче, у нас есть такой, нас открыли кинотеатр Айгуль и сказали то, что там будет бесплатно. Но там по правде было бесплатно. Мы думали, что там будет какой-то мультик или кино, а там было типа вредные привычки. Вот вообще, да? Хорошо. И мы, короче, сейчас идем. И мы идем до стык фоткаться, чтобы были как на фотографии в нашем инстаграме. Да. Хэллоуинский. Надеюсь, он был очень. Ну, надо мечтать. Новый год. Вон там Новый год еще до сих пор. Короче, мы идем сейчас. Смотрите, вот смотрите. В Рудном Октябрь он получает Оскар. Знаете почему? Потому что он уже пробовал все четыре времена года. Сначала было лето, ходили все в лосинах и осенью. Да, осенью. Ну, октябрь. Потом стало резко холодно и выпал снег. Потом снег растаял, была осень нормальная. Но теперь снег опять выпал, и сейчас весна. Нет, вчера была уже осень, когда выпал листья даже. Ага. А потом уже было лето. Потом было лето, потом весна. Нет, зима, потом весна. А теперь весна. Посмотрите, у нас были до колен сугробы, даже еще выше. Посмотрите, уже все посыхало. И у меня скоро день рождения, значит, но это не точно. Ага, как октябрь, у нас скоро день рождения. Мне тоже мать день рождения. Мы идем сейчас. Я уже ложку все сняла. Мы сейчас будем идти до горняка пешком, вы понимаете? Пешком. Пешком. До горняка. А может, вон на автобусе? Это очень. Мы поедем на автобусе. Потому что, знаете что? Вот до горняка нам километров или два идти. Даже вот больше. 20 километров не хочешь? Там ты с собой, там, ну, не знаю, там очень много идти. Там нужно... Можешь час где-то идти. Ну, знаете, что наши, это... Мы уже ходим как-то срок. Сейчас мы будем снимать куртки и снимать. Снимать куртки и нажать. И шапки снимать. Это были просто прикольные фотографии. Вот на фоне вот такого коричневого снега. Белый снег был тогда, когда была осень. Ничего. Надеюсь, еще качество нормально. Просто мне ни хрена не видно. А вот не такое, типа, а сильно на улице. У меня есть на улице. У меня нет. У меня есть. Улица, видишь все. О, вот, нормально вроде бы. Вроде нормально, вроде бы. Смотри, жвачки вот эти. Фонтаник. Да. Фонтан не работает. Ну да. Почему? Кстати, достык может быть закрыт, потому что он открывается весной. И летом. И летом. И вот. В начале осени, потому что там же такое. Да. Дракона, где он закрыт, но мы смотрим, а я мы пойдем дальше. А можно идти ближе к нашему дому и попасть где хорошие места. Угу. Мы сейчас на остановке. Привет. Я, может, буду снимать, типа, как сказать, мои видео музыки еще не было. Я сняла. Но это не точно. Не, обидят. Мы едем по поездке. Чего такая осторожная? Мы, короче, ушли из кинотеатра, и мы сейчас на горняке. Потому что мы не знали, куда нам ехать, мы поехали на горняк. И знаете, как это странно выглядит? Я такая, я Данька. Данька снял куртку, молодец. Вообще. Вот, горняк. Вот. Короче, вот. Вот такой вложик. А, там, короче, дети играют в снежки. Вот, кстати, ну, отсюда мы выезжали в лагерь. Вот. Тут Вика. Кстати, надо да.
короче, вот. Вот такой вот горняк. Ну, на этом я, наверное, закончу свое видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И все ссылочки на мои соцсети, Instagram и Musical.ly будут в описании. Всех люблю, всех целую, всем пока!